これ。ここだよ。Обезьянки. Это, японские обезьяны. Японские обезьяны, они живут в снегу, в холоде. Ну, да, мы видели. Что делается? Там сзади никого. Вот это да. Вот это. Они сюда все, смотрите. Они попрятались, потому что они боятся людей. Но как они переходят дорогу? О, один сидит. Люди, в основном иностранцы. И они у них, кто на кого смотрит, еще неизвестно. И они там им по головам иногда прыгают. Мы ездили как-то раз зимой. Ну, зимой красиво. Потому что зимой снег, и поэтому есть смысл. Да. Ну, красиво как. Здесь не было дождя никакого вообще. Или все высохло уже. Или все с утра было и высохло. Какой сиреневый. Интересно. Покрашенный чисто сиреневой краской. Как Бальмонт писал, мне ненавистен гул гигантских городов. Противно мне толпы движение. Мой, ну я читаю, ты мне перебиваешь. Ну что ж такое? Это такая вот привычка всегда. Все, вот это пишешь. Читаем. Они так на самом деле серьезно не отнеслись. На снег все стоит. Какое-то одно дерево, может быть, и найдем так. То есть, ну как бы, есть же вариант. Два раза в год спокойно можно было. Ее пасти, хороший пылесос такой. Да. Андрей, осторожно. Поверните. А так неинтересно. Интересно, вот так. Так, это мы будем наверняка. Такой мостик. Красота.